Четвертая неделя сентября подходит к концу. Деревья приобретают разноцветные оттенки, солнце еще радует своим присутствием. Пока погода позволяет, нужно как можно больше времени проводить на улице. Мы подготовили очередную подборку мероприятий на ближайшие 3 дня, многие из которых пройдут под открытым небом. Куда сходить и что посмотреть, расскажем в рубрике «Афиша». Завтра днем большая развлекательная программа пройдет на набережной Тукая. Арт-фестиваль «Осенний променад» откроет культурно-развлекательный сезон в парках и скверах на ближайшую осень и зиму. Прямо на набережной горожане увидят выступление оркестра танцевального ансамбля, интерактивную выставку. Отдельная зона будет отведена детским забавам. Первый концерт этой осени состоится в органном зале. Пройдет он в формате сольного выступления. Юбилейную программу в честь 15-летия на сцене представит Владимир Васильев. Заслуженный артист Татарстана исполнит арии, романсы, народные и песни советских композиторов. И все это под аккомпанемент фортепиано, скрипки и виолончели. Новый сезон стартует у танцоров. Набережные Челны принимают российский турнир по спортивным танцам на паркете «В ритме осени 2017». Он пройдет среди детей, юниоров, молодежи и взрослых. Зрители смогут полюбоваться как зажигательными латиноамериканскими танцами, так и изящной европейской программой с ее вальсами и фокстротами. У спортсменов дисциплины маунтинбайк, напротив, сезон практически завершен. В это воскресенье пройдет уже 4-й этап Кубка города по кросс-кантри. Состоится он на набережной Табеева, на горе. Длинная дистанция с перепадом высот сделает эту гонку зрелищной, а ее близость к городу доступной для всех зрителей. Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» добрался и до Автограда. Правда, пройдет он в воскресенье. Местом уборки станет коса у жилого комплекса «Челыяр». Все необходимое волонтерам выдадут на месте. Организаторы отмечают, что собирать мусор будут раздельно, по фракциям. Помимо уборки, участников ждет арбузник и лотерея.